Разработка карьера во Власове – вопрос, на который обратили особое внимание инициативные жители тероуправления «Никольское». Они также попросили убрать бытовку с охраной. Администрация оперативно связалась с организацией, отвечающей за строительство карьера. Получили от них подтверждение, что в ближайшее время, сегодня, эта бытовка будет убрана, соответственно, не будет необходимости дежурить нашим жителям на этом поле и ждать, что какие-то работы будут возобновлены. После предоставления компании разрешения и согласования на разработку карьера от Министерства обороны, глава пообещал встретиться с жителями и обсудить дальнейший план. А пока ни техники, ни работ во Власове не будет. На еженедельном совещании Андрей Иванов также отметил, что ураган, пришедший в Одинцовский округ, не прошел бесследно. Оперативные службы четко сработали. Еще раз повторю, что жертв у нас не было. Тем не менее, за последние несколько дней были нарушения на линиях электросетей в населенных пунктах. В Одинцово тоже это попало в социальные сети, сорвало ветром облицовочную плитку с высотки. Это дом называется «Да Винчи». В связи с этим запланировали обследование с привлечением промышленных альпинистов. Ожидается, что в течение 2 недель здание полностью отремонтируют. Эмилия Ракелян, Ферит Хайретдинов, телекомпания «Одинцово».